базовый режим для любителей классического аэрохоккея, дополненный визуальными и звуковыми спецэффектами в киберстиле. Механика игры. После запуска режима перед игроками появляется киберпространство и обнуленный счетчик очков у каждого игрока. Главная задача — забить как можно больше голов противнику, пока он не сделал этого первым. Игра стандартно длится 5 минут, но по желанию в настройках можно изменить игровое время на 3 минуты. На экране аэрохоккея высвечивается время игры и количество голов. Выигрывает тот игрок, который за отведенное время забьет больше голов своему сопернику. Динамичный режим, в котором игроки перехватывают шайбу и атакуют под объемные спецэффекты и ритмы кибермузыки, добавит остроты стандартной игре в аэрохоккей. Режим «Кибер». Погрузись в атмосферу киберпространства.